В России снова горели стратегические объекты. Там, в Воронежской области, вечером 27 октября прозвучали взрывы. Посмотри, как спиртзавод горит. Просто взрыв! Губернатор региона Александр Гусев заявил, что дроны прилетели на заводы в Анинском и Новохоперском районах. В Анинском районе возник пожар, повредивший здание и технику, признал губернатор Воронежской области. В Новохоперском районе, как утверждает глава региона, дрон повредил крышу хозпостройки и емкость, но возгорания не произошло. Завод «Этанол-спирт» в Новохоперском районе уже подвергался атаке БПЛА в ночь на 22 октября, одновременно с еще тремя спиртзаводами в Тульской и Тамбовской областях. По словам Андрея Коваленко, руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, эти предприятия используются россиянами для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ.